Маца. С одной стороны, мы называем ее «хлеб бедности нашей», который евреи кушали, находясь в египетском рабстве. С другой стороны, это же хлеб свободы, который мы кушали, выходя из рабства. Говорит Рав Джонатан Сакс, бывший раввин Британской империи. Так и по жизни. Одна и та же вещь может стать либо непреодолимым препятствием, либо очередной ступенькой в духовном подъеме. Все зависит от нашего отношения.